Первая монопородная выставка ТАЗа прошла в Астане. В ней приняли участие свыше 100 собак. А вот экспертизу поголовья проводили представители Международной кинологической организации. Заключение, которое они должны вынести осенью, даст ответ на вопрос, станут ли ТАЗа национальным брендом Казахстана. Азиза Закумбаева, которая побывала на дефиле собак, продолжит тему. Это твое. Я, правда, у них бурочки еще не расчесанные. Ну подожди. Выходим. Заводчица Наталья Хардина привезла своих троих собак породы ТАЗа на моновыставку в Астану из восточного Казахстана. Они в числе той сотни, которая участвует в отборе. Женщина надеется, что именно ее питомцы пройдут этот жесткий отбор и их признают в мире. Ведь собаки – чемпионы большого количества конкурсов. Женщина и сама признается в неподдельной любви к этой породе. Я начала свою кинологическую деятельность с 1991 года. Я была экспертом ДОСААФ. И первые мои собаки были доберман, боксер, мопс. То есть я держала много пород. Но когда я в 2006 году первый раз увидела тазы на своей же выставке, ребята приехали из восточного Казахстана, из села Рулихи, все, для меня перестали существовать другие породы. Все, больше мне никакие не нужны. Я люблю только тазы. Эту монопородную выставку, по сути, можно назвать исторической для нашей страны, считают в Союзе кинологов Казахстана. Это не просто соревнование или демонстрация красоты собак. Руководство Международной кинологической федерации внимательно осматривали собак породы тазы. Они должны убедиться, что в стране происхождения имеется достаточное поголовье. Ведется генетическая и племенная работа по ее сохранению и разведению. По результатам этой выставки комиссия составит свое заключение, которое ляжет в основу, да, решения Генерального комитета Международной кинологической федерации о признании казах-таза национальной породой и брендом Казахстана. Если в стандарте написано, что рост собаки должен быть, ну, определенный, то есть они проверяют соответствие этого параметра стандарту. Следующее. Если в стандарте написано, что в породе бывают, допустим, рыжие, белые, черные, они проверяют, как бы, чтобы соответствовало этим стандартам. Перед этим племенные смотры разных возрастных категорий и окрасов прошли во всех регионах страны. Из 1000 пришедших отобрали лишь 100 лучших. Именно их представили экспертам Международной кинологической федерации. Всего в нашей стране, по данным Союза кинологов Казахстана, зарегистрировано порядка 3500 собак тазы с документами. Историю и культуру казахов невозможно представить без тазы. Он был преданным спутником кочевников и хорошим охотником за дичью. Собака отличается грациозностью, выносливостью и многими другими хорошими качествами. По этим параметрам комиссия будет оценивать породу. Все в ожидании международного признания и закрепления бренда за Казахстаном. Задача иностранных специалистов – проверить соответствие представленных собак разработанным стандартам. Так как казахский тазы является представителем борзых, это собака, которая должна охотиться. Раз она должна охотиться, она должна быстро бегать. Она должна быть выносливой. У нее должно быть хорошее зрение, чтобы она могла далеко видеть. Чтобы она могла далеко видеть, соответственно, что требует определенные строения конечностей. Она должна быть мускулистой собакой с крепким костяком. И это, в принципе, те вещи, которые мы для себя пытаемся здесь определить. Представители комитетов научного и стандартов предоставят свои рекомендации в Генеральный комитет Международной кинологической федерации. Там рассмотрят их решение и сделают заключение. К слову, заседание экспертов в Амстердаме по этому поводу состоится в начале сентября этого года. Азиза Закумбаева, Кошкарбай Калиев, Жибек Жола.